Комплексное обследование вне очереди смогли пройти жители железнодорожного района Самары в рамках проекта «На связи с губернатором. Школа здоровья». И это направление пользуется у жителей региона особенной популярностью. В этом убедилась и наша съемочная группа. Валентина Кузнецова больше 10 лет на пенсии. Годы берут свое, признается женщина, все чаще беспокоит здоровье. На встречу пришла по совету знакомых. Я очень хочу пообщаться с докторами, у меня очень много проблем. Я хочу ЭКГ пройти. Самое главное, меня волнует холестерин, сахар. В поликлинике всегда очередь, всегда быстрее, то талона нету. В общем, я считаю, здесь более удобно. Для всех желающих специалисты разного профиля провели комплексное обследование. Здесь возьмут анализ крови, измерят глазное давление, сделают ЭКГ. Самое главное, результаты можно получить на месте. Кроме того, медработники ответили на все вопросы пациентов и рассказали о планах развития здравоохранения в регионе до 2018 года. Население начинает узнавать не только наружную сторону здравоохранения, как оно работает, люди начинают понимать, что происходит внутри, какие мероприятия сейчас проводятся, что было уже сделано и что на самом деле планируется нашим губернатором сделать до 2018 года. Каждая встреча собирает десятки людей, тех, кого волнует свое здоровье. Всего в регионе пройдет порядка 4000 встреч по разным направлениям. Ася Кандаурова, Екатерина Алексеева, Сергей Костин. Новости губернии.